Пурим для меня – это такой праздник, как для любой семьи Новый год – основной праздник в нашей стране, так для меня Севити Форум – это основной праздник в году. Это атмосфера поддержки, это возможность пообщаться с тем, кого давно не видел, возможность услышать о том, как сейчас работают коллеги и что они используют. Очень здорово, что в нашем профессиональном сообществе, в Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии мы можем выстраивать такие крепкие, надежные, здоровые привязанности. Большая радость встретить коллег, пообщаться, узнать, как идут дела. И это бесценно. На выходе я полагаю, что это будет влиять и на профессиональные компетенции участников, ну и на состояние психологическое, душевное в том числе. Впервые я приехала на CBT-форум, тогда еще назывался съезд членов ассоциации, когда он был второй раз только. И с тех пор я стараюсь каждый раз, каждый год бывать на этом событии. Для меня это 9-й форум, и мне посчастливилось побывать на всех форумах, которые были. А я на этом форуме участвую в секции коучинг. Участвую уже второй раз в подобном форуме. Мы видим за последние годы, как важно собираться вместе, общаться, поддерживать друг друга. Хочется, чтобы не было, да, вот этих всех неприятных чувств. Но я все-таки понимаю, что их не может не быть. В той ситуации были, несмотря на это, действия. Группового КБТ-терапевта изображают такая метафора дирижер. То есть он руководит этим процессом, да. У него очень много интервенций, много. И все это одновременно, представляете? Видеть некоторые основные фазы привычек с учетом различных факторов. Здесь также было одно из аркаин проведено. Здесь мы встречаемся с нашими коллегами, с теми, с кем давно знакомы уже. Часть гостей CBT-форума, спикеров CBT-форума приезжают к нам регулярно, и мы очень рады увидеться. В нашей жизни и в их жизни происходят изменения. Мы обмениваемся опытом, обмениваемся мнениями, событиями в нашей жизни. Форум позволяет выстраивать контакты, общаться друг с другом и получать какую-то новую информацию, полезную информацию, какие-то новые исследования, новые статьи, которые могут помочь развиваться и продвигаться дальше как специалист. Это и определенная психологическая атмосфера, дружелюбного настроя, доброжелательности. Форум представляет из себя такую площадку, где одновременно можно решить много задач и поставить перед собой много целей. И образовательную, обучение, и развитие навыков, и коллаборация, общение с коллегами, взаимодействие, обмен опытом. Самое ценное – это люди, это профессиональное сообщество, атмосфера и информация, которую мы получаем здесь. Мы делимся. Прежде всего, это общение с коллегами, общение с теми людьми, представление о мире, которых ты разделяешь, в том числе отношения. Отношения добрые, товарищеские, которые тебя вдохновляют. Ты делишься опытом, понимаешь, что ты не один, например, в своих тревогах, в своих переживаниях. Ты получаешь что-то такое, чего в обычной жизни ты никогда не получишь. Ты становишься частью чего-то большего. И это дает дополнительный смысл твоей жизни. Для меня это главное в форуме, и мне кажется, вот сегодня, где бы я ни была, пожалуй, форум – один из самых знаковых, замечательных мероприятий вообще в профессиональной жизни не только психологов. И я с радостью жду всегда форума. Для меня май озаряется красками Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Модели, да, мы определяем модальности эти, да, для того, чтобы затем выбрать более, так скажем, эффективные стратегии для терапии. Говорила об
социальной эффективности данного метода, который входит в комплексную поведенческую модель. Теория без практики мертва, а практика без теории слепа. Все, у кого есть родители, нуждаются в психотерапии. Любой кризис, как говорит уважаемый Дмитрий Викторович, несет в себе элемент развития, созидания. Поэтому для нас это возможность как-то окрепнуть, получить какие-то новые для себя знания, может быть, новые навыки. Вот эта сплоченность и поддержка помогают переживать трудные моменты вместе, развиваться. И самое главное, это позволяет не выгорать профессионально, а накапливать силы, черпать силы из нашего общения, помогать нашим клиентам. То, что нас окружает, те времена нестабильности, неуверенности, тревоги. И коучинг в такие времена, конечно же, возможно, в какой-то степени теряется. Но, с другой стороны, именно опора на функциональное поведение, на функциональное мышление, на стремление к каким-то своим целям, ценностям, смыслам, оно поможет быстрее и легче преодолеть вот, любой кризис. И мы видим в этом значительную роль коучинга. Сегодняшний форум проходит на фоне сложных событий и процессов, которые не только в нашей стране идут, но вообще в мире. Безусловно, те сложности объективные, которые сейчас есть, они напрямую влияют на психическое состояние человека. Мы видим и прогнозируем развитие психических расстройств. И в этом ключе особенно важно, чтобы сами специалисты поддерживали форму не только в плане соответствия современным научным тенденциям, но и свою собственную психологическую форму. Спикеры приезжают в нашу страну и делятся самыми современными данными исследований и практических наработок. Это очень важно, что сами специалисты хотят узнать много нового и занимаются развитием психотерапии, проводят исследования, пишут книги, пишут свои научные работы. Дмитрий Викторович Ковпак. И директор по развитию Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Алиса Игоревна Ковпак. Доброе утро! И моя, собственно, еще и еще раз благодарность за то, что этот форум возможен, состоялся, и все мы здесь сегодня. Очень классная организация, замечательные спикеры. Буду потом смотреть с удовольствием все презентации, которые не удалось посетить, поскольку некоторые из них идут одновременно. В целом, хотела бы отметить просто саму организацию, вот саму атмосферу вот этого форума. Уютное такое вот какое-то ощущение, да, комьюнити психологов, комьюнити специалистов, много потрясающих, интересных людей. Действительно, есть с кем пообщаться, и вот это прям очень-очень здорово. Прям я рада, что приехала и попала сюда. There are several tendencies. First of all, try to individualize therapy. And the second way, try to make a transdiagnostic way, process-based therapy. There will be a tendency to process-based therapies will be much more important in future. The international tendency goes different ways. Generally, third way therapies uses acceptance and mindfulness, and some of them calls diffusion, some of them calls detached mindfulness. So those are the general tendencies for therapy. As we are all human beings, we need connection. We need to know that we are not alone. As this perspective of view, our communities in also such difficult days are really, really important. Форум всегда организуется на самом высоком уровне. Причем этот высокий уровень можно отнести как к тому, как организуется линейка докладов, мастер-классов, воркшопов. Привлекает атмосфера вот такого сотрудничества, принятия и, наверное, радости. Да. Спальня, время для сна у людей, страдающих инсомнией, вызывают реакции, отличающиеся от сна. Конечно, такое поведение кажется им вполне логичным, да, поскольку они получают возможность отдохнуть. Каждый из участников может поделиться своими мыслями, впечатлениями, идеями. Я очень рад возможности такой выступить
здесь, на этом форуме. Заложено немало возможностей для дальнейшего развития. Символ, объединяющий нас, любви к когнитивно-поведенческой терапии. Поэтому спасибо большое за дружбу, поддержку и научную солидарность. Thank you very much. Thank you. Чтобы этот баланс и увидеть, и реализовывать. Баланс и в биологической, и в социальной, и в психологической сфере. И нужно делать, наверное, на этом упор. Свою практику, и как вы могли бы это использовать, как вам кажется. Всем увидимся в следующем году. Спасибо огромное.